Привет! Привет! Здравствуйте, Артём. Здравствуйте. Раз. Пидрас. Алло. Где мой нос? Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня время 5:55. Мы начинаем праздновать день рождения Дмитрия. Я любя. Он читать умеет. Можно камеру поставить? Да, конечно, можно. Вот так проходит утренник, ребята. Алис, грузчик, товаровед, техперсонал. Что за инспектор? А, инспектор торгового зала. ДПС? Инспектор торгового зала. Чего он, блядь, делает? Он ограничивает скорость ходьбы? Наверное. Короче, мы пришли в магазин. Да, Настя? Да. Чего там, Сань? Да, короче, поговорили. Завтра покупаю магазин. Да ну! Тогда все бесплатно? Или завтра только? Нет, только завтра. Так что все в Каспи разбери. Ага. Потом в рассрочку оплатишь. Хорошо. Что ты хочешь? Альбини. А что больше? Я вчера, кстати, эти печеньки альбини попробовал. Первый раз. Реально? Да. Это которые вот тут лежали? Да. Дома? Mm-hmm. Мои? Ну ладно. Можно было, да? Это подарок на день рождения. Спасибо, они такие вкусные. Да, вкусные вообще. Нахуй эти часы. Маконь? Нахуй. Так, блядь, что бьем? Соня, хочу с Микки Маусом. Бать, купи. Так. Блять. Пакетик взять. Короче, пакетик. Где пакетик? Пакетик. Короче, сейчас наберу. Там вон эти. Картошку. И, короче, вернусь. Не будем. Они все кривые. Вот эти конусы с днем рождения были? Стаканчики с днем рождения. Не, вот эти вот. Их 4 штуки тут. Только самым избранным оденем. Что можно взять? Бля, они все такие дорогие, по сути. А, здравствуйте. Снимать? Да, себя. Себя? Да. А, вы на себя камеру? Да, вот. А, не, на меня, на меня. Видеосъемка запрещена же. А, да не, я просто до себя так. Я не знаю, какой взять. Надо Александра, наверное, подождать. Это странная хуйня. Куда у меня входят деньги? Вот, короче, смотрите, ребят. Взяли тортик. Взяли вот. Так, вот это замылим. Так, вот это, вот это. Все взяли. Вот так. А сейчас мы направляемся... Да, че, похуй, да? Домой. Ко мне, потому что мне надо забрать манты. Привет, мам. Вот. Ну и все, в принципе, да, блядь. Кинь, Сань, прикол будет. Я зайду домой, короче, а вы съебались. Блин, накупил пакет. Все, короче, съездили домой. Все взяли. Манты взяли. А, что еще взяли? Грибы, точно. Что еще? Да и все. Сейчас, короче, едем за пивом. Да, Александр? Mm-hmm. Все, в принципе. Китай. Чайнатаун поедем? Чайнатаун в Нью-Йорке еще есть. Mm. Поехали в Чайнатаун. Купим чай. Сань, поехали в Чайнатаун. Денег нема. Хочу чай. Похуй. Это нафига. Ты что, долбоёб? Это уже лежит тут неделю. А, да?
обзор на Санин холодильник. Торт. Фруктовый сад. Прямо и направо. Яичко. Раз, два, три. Что, на там поедем? А что, может манты уже приготовить? Да, там их много, кстати. Сырые? Приготовить не сырые. Я тоже хочу. Тоже хочу. Блядь, ешь тебе этот хлеб, блядь, а не на бутерброды, блядь. На, ешь. Ладно, ешь. Чайнатаун. Откуда грибы? Пошли покажем шашлык. Я сказал. Ты в камере такой хомяк и дожуешь. Пошли шашлык покажем. Нихуя себе, блядь, у тебя что, пресс? Хотел бы я сейчас в карманы достать пресс и показать его. Короче, вот шашлычок. Маринуется. Туда сюда. Туда-туда. Лево-право. Вот. Поехали в чайный таун? Ну, поехали. В смысле, мама? Дальше больше. Где они? В морозилке. Вот здесь. Угу. Угу. Я Артём Пучихара. Продам пиво. Ну, их хочется продать. Сколько стоит? За 5. Нахуй надо. Я за 3000 заказал. За 2 штуки. 3 штуки каждому? Че? 3 штуки каждому? Нет, я за 3000 говорю заказал. Нет, я говорю 3 штуки каждому. Каждому будет освоен. Чё, не пойму. 24, получается, на 2. 24 и нас 8, 3 штуки каждому. Я 6 съем. Я где-то 10. Короче, ебашь все нахуй, похуй. Все ебашь, и все, что это самое, останется, еще пожарим. Да. Заказывай себе, бля, Филадельфию, свежевыжатые, соки, такие, вы что, ты мне плохо ебашь, бля. Там что-то 4 книги. Что ли не поблево? Если в кадре видна стрекоза, то это я. Стрекоза, блядь, и муравей. Вот и вы, да? Короче, смотрите, ребяточки, разжигаем костерчик уже, все в процессе. Александр потеет на данный момент, а Артём красавчик. Это, вот. Смотрим, обзор на огород. Обзор на огород второй раз. Помидоры. Помидоры, да? Да. Огурцы. Подсолнухи. Двоечку надо было ебать. Покажи двоечку, брат. Давай подержу. Сейчас. Сперва настраиваемся. Ага. Боже мой, какой же еблан, бля. Просто нету, сука, сил, блядь, смотреть за этой хуйней. Он попросил. Я просто сказал тебе ударить двоечку, но не в подсолнух же, блядь. Ну двоечку же сделал. Давай, ты иди. Все, давай, я пойду по пауэрбанкам, схожу туда-сюда. А ты иди там нахуй, блядь, с пацаном иди. Суету наведи. Иди? Да. Все, пошел. Давай. Давай. Все, давай. Просто на будущее, не буду сейчас выкидывать. Ну кури. Ёб твою мать, ребята. Хорёк, вообще. Ну ты лобоёб. Ренат! Я Димона еще не видел. Давай. Че? Какие у тебя надежды на этот праздник? Я думаю, что первый отлетит Данил. А второй? Ты. Да пошел ты. Нет, серьезно, второй кто отлетит? Ты. Да, блядь, ты меня не знаешь. Знаю. Могу хоть сейчас отлететь, а ты. Вот. А что хочешь пожелать Димону? Счастья, здоровья, все, выключай. Что ты пожелаешь Димону? Счастья, денег, здоровья, удачи. И аниматоров на день рождения. Жесть, я в шоке. Почему аниматоров нету? Почему аниматоров нету? Сейчас белка придет. Аж.
Желаю ему счастья, здоровья, успеха. Так, все. И денег побольше. А теперь вместе вот так встаньте. Теперь стих рассказывайте. Слышь, Толик Шампур что скажет? Присоединяйся ко всем вышесказанным пожеланиям. Угу. И? Все, давай, зови жилямку нахуй. Кто Диман? Торчат. Спортрежим, знаешь? Угу. Скучные ребятки какие-то. Данил, Диману пару слов. Туда-сюда. Сюда встань. Иди нахуй. Кусь. Подготовлено, будь здоров, он прав. Спасибо. Я прав, я не пизжу. Встань. Диман будет смотреть, ему будет приятно. Да? Ну что, Диман, днем рождения. Ты, блядь, единственный тип, который приезжает и помогает. Ладно, до него после работы тип. Иногда. Охуел? Блядь, друг, ёб твою мать. Так сказал, снисходительно. Нет, ну, блядь, единственный друг, который приезжает. Два. Не единственный. Как двойной, блядь. Ну ладно, мы тоже типа. Приезжает, помогает. И в принципе. Днем рождения, хули. Охуенный переход. Да? Топ-10 доебов Рената. Первое место. Ты че, дружок? Ты че? Пирожок, блядь. Ты че? Мальчик, выйдите из кадра. А кто выключил метанол? Мальчик, выйдите из кадра. Мальчик, выйди из кадра. Дмитрий. Да. Скажите, пожалуйста, как вы добились такого успеха? Вы живете в собственном особняке. У вас новый внедорожник. У вас парковщик в конце-то концов. Дмитрий, в столь юном возрасте ваши только-только исполнившиеся 20 лет. Как вы всего этого добились? Иди, отойди, съемка запрещена. Мальчик, отойдите. Отойдите нахуй все, все, тихо. Просто, мальчик. Просто Дмитрий, уйдите, Дмитрий. Уйдите, уйдите, все. Все, 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 все вопросы ответили. Дмитрий, все, один все, вопрос. Все. Просто, подожди, стой. Пидорюги. Неожиданно встану. Раунд 1. Файт. Это между интервью. Между. 36. 36-й раунд. Бой. А, давай. Помыть надо. Спасибо. Че, теперь мы вдвоем, Рен? Иди, иди отдыхай. Свет дали. Все! Нас мало, но мы злые. Вперед! Мы русские с нами, бог. Свет дали, о май гад. What the fuck? Это наша последняя битва. Если мы потерпим поражение, Земля станет планетой обезьян. Конец света. Вот там шампуру помыть. Давай. Су! Брегез де су! Райт? Все, я поехал. Су! Где соль? Иди, су! Ешкин де айпад! Ну-ка, дай ко мне. О, мой газеха, всегда тебе побольше жестко. Спасибо, брат. Я же вот этот кот стекал. Ок. Опять второй блок про текилу веду у тебя я. Да. Пора вам учиться, ребята. Порожек без лишнего так. Я в него ткнулся. Так, мы готовим соль для сомбреро дружбы. Вот он. Один. Нам нужны рюмки. Вот рюмки. Нет, да. Вот. Или зачем? Ну блин, ну не морайте. Нам надо, чтобы они помещались в сомбреро, а они не помещаются в сомбреро. Что такое сомбреро? Сомбреро? Вот сомбреро, видишь, оно не помещается. Давай. Мама, это монтаж, мне груши вы налили. Эй, я тоже хочу. А, ты тоже хочешь? Ну конечно, бля. А не будешь? Нет. Текил.
Нормально облежит. Солью, на. Слаймом. Давай. Ну, бля, сучка. Держи тебе лайм. Наливай. А мне? Да иди нахуй. Прозрачная лучше пахнет. Пей воздух, заебал. Блядь. Но это крепче. Не мочь. Будь здоров. А что спрайт нельзя, потому что когда со спрайтом накило бомб? Ну, хуяль, хули. Кто-то выебался, говорит, первый должен выпить, Димон, блядь. Нет, блядь. Что там, как? Как там мясо? Я не знаю, сколько там. Сколько? Димон, ебалище сегодня. Что-то у вас лица, блядь, как будто там, блядь, 100, нахуй. Ну, прозрачная, она бьется мясо. Ебаный, ебаный, вот. Давай. Ебать. Это что за хуйня? Сиера. Ладно. В прошлом году Альмека была. В прошлом году как будто у меня день рождения было, да? Только мы. Ты что, блядь, втыкаешь? Бошки дымятся, подружки скучают. А внутри. О, блядь. Я думал, будет вот так вот. Нихуя! Волна хуяли, блядь! Еще больше, блядь! Подожди, дропа, да? Дропа, подожди. Дропа, подожди. Инстасамка. Да, да. Не, сильно выпущу. До 45 нормально. Не, хуйня. Александр, как дела у вас? Сало долбил, я давно так не курил. Все достойно или дальше мне пусть. Моя мама говорит, сына, стелишь заебись. Эй, всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я Димон. И сегодня 19 августа. А 19 августа это мой день рождения. Прошу вас, вот номер. Да, угораю, ребята. Вот. Сегодня я вам расскажу, как проходит мой день. Ну, плюс-минус дома. Пока все на работе. Буду готовить, хавать. Буду мыть посуду. Свой день рождения. Вот. А пока пойдемте послушаем музыку. И, может, обзорчик сделаю чуть-чуть на свою комнату. Погнали, ребята. Ну вот, ребята, я в своей комнате. Ой, думаю сделать небольшой обзорчик. А потом я покажу вам, что мне подарили. Вот. Ну, давайте начнем с обзорчика. Ну, просто кайфую от песни. Вот. Обзорчик начинается прямо сейчас. Наушники Hype X, Boca Series X. Духи 8 элемент. Забыл, как будто на английском 8. Таблетки от зуба. Так, какая-то херня. Ладно, не обращай внимания. Крепление. Это типа вонючки, короче, я уже выкинуть надо. Короче, духами не пользовался. И думаю, а почему бы и нет? Взять, короче, палочку туда засунуть, разбить эту херню сверху. Ну, я, конечно, хотел аккуратно ее открыть, блядь, но не получилось. Какая дальше? Еще духи. Кстати, вот эти духи, но они такие, как бы вам сказать, чуть сладким дают, что ли. Короче, тоже пойдет. Прикольно. Так, капли в глаза. Пенал.
блокнотик, где я пишу новые планы, новые видосы. Вот. Микрофон. Фифайн. Скрипит весь, надо смазать. Кружечка. Нужно убрать часики. Монитор 144 Гц Samsung. Не знаю, сколько дюймов, не помню уже. Второй монитор, для чтоб монтировать удобно. Туда-сюда. Так, мой процессор обклеен весь. Вы не думайте, ребят, я не анимешник. Просто прикольные наклейки. Тут вроде нормальное освещение, но шторочки. Себастьян, сделайте. Первый подарок, я думаю, начну с сестренки. Насти. Так вот. Она мне подарила вот такой подарочек. Было в такой коробочке. Смотрите. Тут получается было. Вот, смотрите. Планируй. Скорей. В любой непонятной ситуации планируй. Планер. Я держу все под контролем. Так вот. И тут получается. Вот. Прикол тоже, проблема. И типа это. И можно вот месяц пишешь сюда. Типа понедельник. Вам, надеюсь, видно. Ну, короче, вот тут понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И тут прописываешь каждый день. Вот. Переходим дальше. Вот такая леденец такой. Антитоксик. Тоже прикольно. Дальше. Наклейки, бля. Сейчас. Присяду. Наклейки, получается. Лавис. Когда совсем не холодно, ну типа целуются, и когда совсем не холодно. Понимать друг друга без слов. Ну прикольно. Это, ребят, жвачки, вот разные слова, вы же знаете, да, что у них вот это лежит, такие всякие брошюрки. Вот такие, как типа, я вроде все достал. Да, тут остальное жвачки. Все, в принципе. Но я покажу потом еще сейчас. Еще там был стаканчик такой прикольный, я вам покажу. Вот такая, как назвать их даже, не знаю. Не стики, ну короче, вы поняли, ребят, ладно. Я просто реально не помню. Быть милее серой кошки могут лишь единорожки. Спасибо. Так, дальше. Разрешите вас... от Happy Birthday. Прикольно. Я тебя поздравляю, но не от всего сердца. Бля, прикольно. Мило. Это все мило, ребят. Потому что даже не важно, по идее, какой подарок. Главное, что человек сделал, ну, как-то постарался над этим всем. Знаете... Вот, я, получается, уже чай пил. И вот, типа, жидкость для снятия стресса, чай черный, сила Олимпа. Но не факт, что тебе поможет. Ну, тут, получается, лежал этот чай. В нем чай, получается, лежал. И, типа, я его заварил. Бля, он такой бархатный, меня так взбодрил в натуре. Так, фон не будем слушать. Ладно, фонд не будем слушать, какой-нибудь викиндов послушаем. Дальше, давайте покажем подарок Юли. Вот, короче, в такой коробочке он был. И тут, получается, была вот такая стружка белая. И в ней, получается, лежала чехольчик и кружка. Спасибо большое. Прикольно. Сейчас я принесу. Блять, надо было его протереть. Сейчас. Вот такой вот чехольчик. Зеленый. Бля, обалдею вообще, такой классный. Потому что у меня был до этого, сейчас покажу. До этого был вот такой прозрачный. Бля, вообще не в кайф, можно его выкинуть уже. А вот это самое то, ребята. Спасибо, Юль. А еще кружка. Кружка. Написано, моя кружка, блять. Прикольно.
Теперь есть чего кофе пить. Спасибо тебе, Юль. Спасибо всем, кто подарил подарки. Что мне подарили Александр? Александр мне подарил денежку. Пацаны мне подарили текилу. И все вроде, да? Все. В принципе. А теперь, я думаю, надо пойти похавать, готовить. Ну, получается, что, кулинарное шоу от Дмитрия. Погнали. Ага. Короче, дорогие мои друзья, я, как ленивая задница Дмитрий, сегодняшнего числа не собираюсь готовить. Так что я сейчас хочу хавать. Поэтому, ребята, я возьму что-нибудь, закажу. Ой, опять эти бургеры жрать, ёп. Видите, вот здесь вот такая морда лежит. Вот я когда к ней вот так ложусь, вот так ложишься. Все, уже начинает не нравиться. Смотри, мячик, на тебе ручки. Кукичка. Вот такая хорошая девочка. Пузико. Ой, расстегушки. О, май гад. Все, началось. Зрителям привет передай. Вау. Смотрите, зашел Вольт. Я тогда открывал спор, потому что мне с Бургер Кинга пришло, получается, не то. Представляете? Так вот. И мне бонусы зачислили, представляете? Где? Бля, где я только видел их? Вот, 1950 бонусов у меня есть, прикол? Все нормально. Ну, я, короче, что спора-то открывал? Потому что мне пришел не тот бургер, представляете? Такая фигня. Сейчас я думаю, может, KFC что-нибудь заказать? А то что-то уже от донеров... Не могу уже их жрать, блядь, извините, ребят. Короче, сейчас что-нибудь закажу, короче, и вернусь. Да, куки? Кс-кс-кс. Так, на 4000 минус бонус 1900, в итоге я заплатил 2129. Блять, я вообще думал, что я ничего не заплачу. В итоге пришлось мне заплатить. Такая фигня. Вот сейчас теперь жду заказа. В принципе. И все, ребяточки. Может, вечером куда-нибудь пойду. А может и нет. Посмотрим. Пойдемте слушать музыку. Пойдете? Пошлите. Фанк, Old School, сколько тут идет? 26 минут? Я такая не понимаю. Вот ритма брутализму какой-то, я не знаю, что это. Что-то нехуевое, походу. Такое. Ебать. Соседи сейчас спустятся, пизды мне дадут. Ну, это стандарт, всю эту песню знают, в принципе. Это с ТикТока, в принципе. Да, не очень. Бразилиан фанк. Какой-то плюс. Мне почему-то сразу ассоциируется эта песня с армрестлингом, знаете, там такие кочки, фу, бля, руки, да. Чувак.
Ребята, пришел мой заказ. Распаковка на Пепси Зеро. Нахуй. Картошка. Кисло-сладкий соус. Ага, я не знаю, что это, но это вроде стрикс или как это там называется. Фетки и сам бургер. Моя кружка, блядь. Поняли? Чтоб не выебывались. Вот это я грамотно налил, да? Ага. Так, попробуем вот эту штуку. Тут, короче, типа вот так. Две штуки. Я так и не понял. А ты что, крылья? Блядь, а крылья, прикол. А я крылья не люблю. Прикольная тема. Острый. Вот это я понимаю. Ебать. Далеко он огромный. Смотрите. Прикольный. Пахнет огурчиками. Блин, он неплохой, но он это. Он суховатый. Ну вот так, короче. Ладно, ребята. Вот так проходит мой день рождения. В одиночестве, блядь. Да ладно, шучу, не в одиночестве. Вы же со мной, ребята, вы же смотрите меня. Так вот, ребят, за вас, за меня и за всего. И за все хорошее. Я пока буду хавать. А потом посмотрим, что будем делать. Ребят, вы сейчас по-любому скажете, что ебать ты жрешь долго. Да нет, ребят. Я, короче, полежал туда-сюда. Сейчас приедет Саня и поедем в центр. Сегодня, оказывается, день города. В честь меня, представляете, будут салюты. Да ладно, что-то я, блядь, палку перегибаю. Вот. Сейчас жду Александра, потом вылетаю прямым рейсом, как вот это вы видели, прямым рейсом в Чикаго. Ладно, не в Чикаго, Нью-Йорк. Ладно, не в Нью-Йорк, так в центр, и все, просто в центр. Бай-бай.